Блюдо японской кухни, которое вполне можно приготовить дома. Омлет имеет необычный сладковатый вкус с кислинкой. Попробовать хотя бы раз безусловно стоит. Тем более омлет очень красив при подаче. Стоит отметить, что японцы готовят такой-такой омлет на квадратной сковороде. Но для нас это не очень популярная форма, поэтому будем готовить на круглой. Сковороду обязательно берите надежную, в которой ничего не прилипнет, так как блинчики для омлета получаются очень нежными. Подробно, как приготовить омлет тамага, смотрите в пошаговом рецепте. Яйцо куриное, 5 штук. Соевый соус, 1 столовая ложка. Рисовый уксус, 1 столовая ложка. Масло растительное, 1 столовая ложка. Сахар, 1 чайная ложка, можно меньше. Количество порций 2-3. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Яйца взбейте венчиком. Миксером лучше не взбивать, чтобы не получить пенную массу. Теперь очень важный момент. Процедите взбитые яйца через сито. В полученную массу добавьте все остальные ингредиенты и перемешайте до однородного состояния. Я готовила тамага на блинной сковороде диаметр 20-22 см. Половником налейте яичную массу на сковороду, смазанную растительным маслом, и на среднем огне пожарьте до готовности блинчик только с одной стороны. Когда блинчик будет готов, сверните его аккуратно в рулет с помощью лопатки. В этот момент я снимала сковороду с огня, чтобы никуда не спешить, не обжечься и сделать все аккуратно. Готовый блин оставляем на краю сковороды. Сковороду снова смазываем растительным маслом и половником наливаем новый блинчик так, чтобы немного массы попало под готовый. Когда блин будет готов, сворачиваем в рулет вместе с предыдущим. То есть наслаиваем поверх первого блина, и так далее должно получиться 6-8 блинчиков. Наш многослойный омлет тамага готов. Нарежьте его порционно и подавайте к столу. Приятного аппетита!